такая маленькая, а так реально какая большая. Ни хера себе. Вот это да. Я всегда ночью. Вообще, я тоже ночью здесь сюда ездил. Вообще большая гора. Это наши доли, которые стоят в ожидании поездочек. Я сейчас нахожусь в Огайо. На Феникси. Мы поехали. Кстати, всем доброго дня. Мы поехали в Техас, Даллас. Приехали в Даллас, Техас. И нас там немножко подъебали, как говорится. Дали нам сначала трип на Калифорнию в Риэлто, а потом, ну, мы уже как бы взяли его и едем на пикап за трейлером. И звонит нам менеджер с Далласа и говорит: ребята, вы можете поехать вместо Риэлто в Миссисипи и съездить обратно, и мы вам дадим обратно Риэлто. А мы ему говорим, типа, ты, слушай, мы устали. И
по времени мы не успеваем, потому что нам надо успеть вернуться с Риалты в Нью-Джерси, чтобы ресет сделать дома, локбука. Он такой: окей, ладно, хорошо, езжайте в свою Риалту. А с одного мы стоим в Далласе на одном локейшене, а трейлер на Риалту находится в другом локейшене. Это миль 20. И он говорит: ну, берите пустой empty трейлер и езжайте туда, там заберете другой трейлер на Риалту. Мы, короче, трогаемся, приезжаем туда, на другой локейшн. Ищем трейлер, не можем найти наш трейлер. Звоним к ним в офис и говорим: ребята, мы здесь, мы не можем найти наш трейлер. Он говорит: а ваш трейлер уже отдали другим, и вам надо ехать в Огайо. То есть назад на Ист, нам вообще не надо было ехать. Вот так он нас подъебал. Из-за того, что мы не хотели как бы помочь ему. И сейчас мы стоим в Огайо. Вот мы вчера приехали, уже больше 12 часов. Стоим, ждем каких-то 500 миль, чтобы доехать до дома. Мы ждем трейлер, который едет с Алабамы, чтобы отвезти его, и то не в Нью-Джерси, а в Пенсильванию. То есть они вот так вот нас отымели за то, что мы не захотели типа им помочь. А когда так делаешь, им помогаешь, приезжаешь, а трейлеров уже нет, они все равно дают эту работу. Вот так вот они нас подъебали. И получается, вся неделя на смарку. Доехать до Техаса и назад. То есть у нас майлаж вообще мизерный получается. Вообще никакой. Там по деньгам видит, может, $1300. Вот так вот нас наказали. Здесь такой маленький пруд, который весь грязный. Все в бутылках, в каком-то мусоре. Такие вот делишки. Так вот на Федексе тоже такие дела делают. Наебывают еще как. Поэтому, если есть возможность не работать трак-драйвером, лучше не работать, а пойти на кого-нибудь отучиться и херячить нормально. Ну, здесь везде мусорное. Пиздец просто. Бля, честно говоря, я никогда не думал, что Америка будет такой грязной страной. Никогда не думал. Гарбич везде, блядь. При всем при том, что как бы, ну, нормальная здесь жизнь. Но честно, я когда сюда мигрировал, я никогда не думал, что здесь будет такая грязь. В Канаде был. Там намного чище, чем здесь. Так, надо уйти мне от этой сигналки. О, слава богу. В Канаде намного лучше, чем... Я имею в виду по чистоте. Намного чище, чем Америка. Такие вот новости. Я здесь пока гуляю по Ланхолу. Мы ждем этот трейлер, который движется сюда. Он где-то, мы проверили по GPS, он где-то еще 30 минут. Нас, поэтому чем в траке сидеть, я вышел вот на прогулочку. Сегодня у нас пятница, здесь тишина, все уже с утра уехали. Вот такие вот дела. Хотели пустым уехать, контрактор наш нам не разрешил пустым ехать 500 миль. То есть для нас как бы это и так, у нас уже неделя вся обосрана получилась, и мы сейчас проедем 500 миль, это получается, это по деньгам $300 на двоих, $150. То есть это вообще ни о чем, честно говоря. Как бы уже было без разницы. Вот так вот, ребятня. Окейшки, всем удачи, хорошего дня. See you soon. Да, вот еще немножко рановато с вами попрощался. Здесь дальше гуляю и дошел вот до другого пруда. А здесь тоже мусор. Ну, весь этот мусор, это все от водителей. Все здесь бутылки, банки. Сейчас покажу то, что как повсеместно везде встречается это. Я даже когда приехал сюда, в Америку, я работал сначала на Uber и приехал в JFK аэропорт. Это центральный аэропорт Нью-Йорка, самый главный. И прямо посреди эстакады стояла большая банка с мочой. Я тогда аж удивился.
подумал, ну ничего себе, ну как так? Чтобы у нас такое было, у нас никогда не видел, чтобы банка стояла с мочой. Я говорю, именно про свой родной город, откуда я родом. Ну, вообще чистый город. Как бы это все, наверное, я думаю, убирается, но это убирается очень, наверное, раз в неделю, может быть, два раза в неделю весь этот трэш. Так-то неплохо, вот прудик, они стараются на всех FedEx'ах сделать такой прудик. Кстати, один локейшн есть, куда мы сейчас поедем, в Пенсильвании, он очень чистый, там они просто драют все это, вычистивают на нет. У них там и они выращивают овощи там у себя на FedEx'е, короче, офигительный локейшн. Здесь, видать, с чистотой они не дружат. Опять-таки убираются, может быть, не так часто. Вот здесь вот такая банка вот валялась с мочой полная. Я, наверное, ее прошел. Просто хотелось показать. Хотя, может, кому-то это и не надо. Смотреть на человеческие отходы. Такой мусор везде встречается, по всей Америке. Я не знаю, каким надо быть дебилом, чтобы выкидывать мусор вот так вот за... Вот так просто на пол нахрен ты едешь, а вот она валяется, эта банка, блядь. Вот, с мочой. Ты едешь, просто открыл окно, выкинул мусор свой. Что за свинство такое? Блин, клянусь, мне 44 года, да, почти что уже 45. Никогда не за свою жизнь ни разу, вот клянусь, не выкидывал никакой мусор в окошко. Ни разу. Здесь даже вот утки плавают. Она, наверное, уже улетела, эта утка. Единственное, что я выкидывал в окно, это сигареты, бычки. Когда покуришь, окошко открыл, выкинул. Ну и то, когда я как бы драйвал. Сейчас я уже даже курить бросил. Поэтому вообще ни хрена не выкидываю и не понимаю, как можно выкидывать мусор в окно. А сколько я видел такое, что ты едешь, вот просто чуваки открывают окна и выкидывают целые пакеты с мусором. Бля, ну это пиздец. Особенно в Аризоне есть очень такое красивое место. Ну, водители все знают, ракисты, когда ты выезжаешь из Калифорнии, с Риэлто, и едешь в сторону Флагстаффа. Там шикарнейшие красивые места. Гранд-Каньон и все дела. Ну, блядь, когда смотришь на этот мусор, думаешь, сука, поймать бы, прибить просто. Как так можно к своей, считай, родине, там, где ты живешь, это твой второй дом, и вот так вот относиться? Блядь, ну это, сука, пиздец, надо быть чистым ишаком. Хотя это все делают сами местные сорят. Ну и приезжие тоже, наверное, всякие. Там, я не знаю, с островов, индусята тоже любят сорить. В основном Джамейка, что там еще, Доминикан. Потому что они сами так все живут. И сюда приезжают, здесь тоже так живут. В общем, можно так сказать. Там вон трак стоит, вон. Прямо на входе мы ждем наш трейлер. Окей, ладно, все, давайте теперь пока.